Короче, память закончилась, поэтому продолжение. Продолжаем, ребята. Память закончилась. Не знаю, почему закончилась. Нехорошо. Не хватило там памяти мне, поэтому будем рисовать как-нибудь. Будем еще продолжать это рисовать. Нужно дорисовать. Короче, вот оно. Наш шедевр, короче. Шедевр. Это пока что сложно шедевр назвать. Так. Так, 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 так. Но, думаю, нарисую. Так, так, так. Я... То что, еще один тюбик придется мне вытаскивать, давить, короче. Походу придется. Еще один тюбик. Камера записывает. Да что-то там да записывает. Короче, последний штрих. Короче, а там черный почему-то попал. Почему-то черный, ребята, попал. Я не знаю, почему черный попал. А, потому что там поляна тоже немножко черная. Поэтому он не попал. Та-та-та-та-та. Я не знаю, когда это закончу. Думаю, на днях закончу точно. На-н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 а-
На-на-на-на-на-на-на-на. Не знаю, видно вам немножко? Так, немножко вам видно, да? Это хорошо, когда вам немножко что-то видно. Что, опять не хватило? Опять, ребята, не хватило. Почему? Непонятно. Так, эту поляну я дорисовываю и с вами прощаюсь. Ну, потому что в следующий раз еще что-то порисуем. Ну, продолжим, конечно. Ну, все, я дорисовал. Так, коричневый цвет, вот он. Ой, это черный. Ошибся, ребята, ошибочка. Вот коричневый. Я там просто еще что-то дорисовать имел. Хотел. Коричневый цвет, вот он. Что-то там он вылез. Что-то там не получилось, ребята. Короче, вот такой он. Немножко дам ему черный. Черности или что это такое? Так. Памяти не хватило, ребята, все. Я пропал, понимаете? Памяти не хватило, я пропал. Вот. Вот это наш шедевр. Короче. Ну что ж, да?